Так вот, едет пингвинчик с пингвинчиком. Тебе не холодно, такая розовощёкая? Нет. Тебе нравится? Да. Да. Вон у нас уже папа как катается. Вовсю, первый раз на коньках. О, видали? Все, фигурист. Плющенко. Я просто на роль. Видела? Машина. Давай, чтобы вышел отсюда с тройным тулупом. Все, бросили пингвина. Пытаемся ехать сами. Ой, молодец какая! Довольная, что падает. Спрашиваю, больно. Говорит, нет. Только с пингвином и умеешь? Да, с пингвином я вообще бегаю. Да вон. Да отдаю, я сижу. Да, лед никто не чистил, да. По стульчикам, по стульчикам. Молодец, упала на коленки, умничка. Снимать. Тройной тулуп. Тройной тулуп. Ага. Давай. Тройной бух-бух. Тройной бух-бух. Бух-бух. Ну, можно тройной бух-бух. Посмотрите, кто там выползает из-за столбика. Папа тут свои финты крутит. Алиса тут свои. Это будет видео из самых отважных падений мисс Элис. Моя девочка доехала, прям даже не упала. Ничего себе. Ты уже все умеешь. Мега-пингвин. О, смотрите. Папа, повторите. Нет. Ну, повторите ласточку. Такая. О, подбитая ласточка. Я думала, мы одни будем, опасно. Вот мы и покатались-то классно. Как бы. Ну, ты знаешь, это до обезьяны Гранада. Лёх, тебе есть за руль нельзя, честно. Каша, можно пить чай? Хорошо. Yes.
Ну как, Алис, тебе? Еще что, бабушки не очень. Бабушки не очень. Где мама? Соня, ты с палочками прихватила. Пойдем за мороженым. Пойдем. Ну что, вкусно? Аккуратно, сейчас упадет, вот отсюда лежи. Нет, с другой стороны лежи. Вот отсюда. Какой вкус, бабльгам? Да. Ой, Соня, пузырики пускают. Лови, лови пузырики. Баю, баюшки, не ложись ты на краюшке. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Баю, бай, баю, бай.